Я Таня из Южной Каролины, но сегодня я побывала в этом прекрасном даунтауне в Дубае, в Арабских Эмиратах. Спасибо большое, что зашли на мой канал. Пожалуйста, досмотрите это видео до конца. Я знаю, что оно вам понравится. Если я здесь праздную свой день рождения, а это значит хорошее место. Я очень благодарна вам, что вы подписываетесь, комментируете и также распространяете мой канал своим знакомым и близким. У меня, конечно, все течет, очень жарко. Здесь духота конкретная, наверное, где-то 95 градусов тепла. И сейчас у нас 5:30 вечера. Как вы видите, сейчас уже собирается народ, чтобы здесь гулять до вечера. Все расходятся где-то в час ночи. Так что я специально приехала из Южной Каролины до вас, сюда, не до вас, а к вам в дом, но именно Арабские Эмираты, чтобы показать вам вот все это красоту. Хочу, чтобы вы посмотрели на все это и пришли вместе со мной. Пожалуйста, обратите внимание на эту высокую башню в мире. Но это пока еще самая высокая. Они планируют строить и другую. Мне очень нравится это место. Я сегодня должна была покататься на самолете, вертолете. Но из-за того, что, как вы видите, туман, пилот отменил этот рейс. Конечно, это было чуть обидно, потому что я хотела подарок на день рождения, не получилось. Но я не расстраиваюсь. Я с позитивом смотрю на это, потому что я еще приеду сюда. А это значит, готовьтесь к новым видео, к новым новинкам. Потому что здесь все самое шикарное и самое большее, что можно повидать. Приезжайте сюда, здесь все есть. Дорогие мои, как вы видите, я нахожусь в шикарном месте, это даунтаун. И вот на эту сторону большой-большой молл. Здесь, чтобы его обойти, нужно целый день или даже два. Я не обходила его ни разу и даже не мечтаю, но, конечно, зайду и покажу вам, как там красиво внутри, как там все правильно сделано. Насчет подъемки наверх, разные магазины, никаких трафиков. Мне все очень здесь нравится. И сегодня я еще покажу вам другие части этого городочка. Смотрите, пожалуйста, на вот эту красу. Извините, я забыла свой микрофон, скорее всего, как я говорила, я его не забыла, но потеряла. Очень красивое место прийти со своей семьей, просто посидеть, посмотреть на шикарнейшие фонтаны во всем мире с самыми прекрасными мелодиями. Мне даже уже начал нравиться их флаг. Цвета именно. Также посмотрите на разные рестораны с этой стороны. На любой вид, вкус, бюджет, скажем так. Вот так я провожу свои дни рождения, гуляю по даунтауну. Мне очень нравится. Я убежала от всех, но попала ко всем. Вместе со мной в Дубае. Я думаю, что да, но вы пишите,
все-таки свои комментарии я буду рада выслушать, прислушаться. Может быть, вы порекомендуете мне куда-то еще в другое место съездить. Я такой человек, если привыкла к одному, остаюсь в одном. Но, хотя знаю, что это не так хорошо, я, конечно, познакомилась с пакистанцами, я ездила на разные, скажем так, физические занятия, спортивные. Мне очень нравится, вы увидите это в другом видео. И хочу сказать, что они мне показали Пакистан, и я была в шоке. Да? Также мне показали другую страну. Я просто их природа в восторге. Там очень красиво. И я бы хотела поехать еще туда. Именно пакистанцы мне сказали: Таня, приезжай, там тебе даже не надо кушать покупать. Пакистанский народ такой дружный и welcoming тебя, что он даже тебя накормит бесплатно. Так что это было для меня, конечно, новостью. Очень интересное место здесь. И мне нравится. Я не хочу уезжать в реальность, потому что здесь, конечно, реальность совсем другая. Как бы я приехала еще раз в Дубай, чтобы родиться уже в Дубае. Первый раз на Украине родилась, а это хотела родиться в Дубае. Но прошлый день рождения я праздновала в Майами. Так что да, у меня сейчас такое обычай, или как сказать правильно, больше не праздновать с девчонками. Конечно, я очень хотела попраздновать с детками, я приеду, я это сделаю уже завтра. Но сегодня я еще здесь, наслаждаюсь свободой, наслаждаюсь своими годами. Я очень рада, что я дожила до этого дня. За здоровье благодарна Богу, за все, что у меня есть. И смотрю очень позитивно на будущее и хочу развивать свой бизнес дальше. Так что спасибо вам, что вы мне во всем, дорогие зрители, помогаете. Вы уже мои друзья и также стали моей семьей. Счастье моей семьи. Обычно они то дают, то забирают, дают, забирают, и никак не можешь словить это все. Я думала, продемонстрируют они вам, но они решили не играть в эту игру. Здесь я уже нахожусь. Я заметила, скажем, слово, вот там написано Новиков. Я не знаю ничего об этом бренде, но Новиков, у меня была одноклассница Новикова, так что я знаю, что это из наших стран. Я так понял, что на этом этаже один из самых крутых брендов. Здесь сколько миллиардов долларов заложено просто в магазине самом. Даже не миллиарды, а биллиарды. Очень красивый блокад. Еще так, ребята, никогда не потела, как здесь. Можно было в душ и не заходить перед этим, как выйти сюда. Поэтому, как бы, мне нравится эта погода, но чуть-чуть неудобно. Но, как вы видите, все на улице, и только народ собирается. В прошлый раз, когда я приезжала сюда, я была на этой самой высокой вышке. Я даже выпила шампанское за мою компанию. Я же открыла в то время свою компанию. Так что, да, я приехала прям праздновать открытие своей компании на этой самой высокой вышке, а сегодня праздную день рождения, так что подарочки у меня неплохие. Хочу вам чуть-чуть рассказать об этой вышке. Скажем так, что там даже есть квартиры, которые вы смогли бы приобрести себе, но я разговаривала с местными риэлторами, и они сказали, что самое лучшее жить это напротив этой башни, так как вы сможете иметь прекраснейший вью. Так что да, очень интересно, очень интересно.
Самое что интересно, что все вот эти мадамы ходят в длинных платьях, но у них самые шикарные сумки, самые шикарные кольца, самые шикарные, не знаю, как сказать, драгоценности, одежда, обувь. Это вам не за $5 американских, но и по 50 даже видела, носят сумочки. Так что здесь просто интересно приехать и понаблюдать. Вы не должны ничего покупать, не должны, скажем, кушать 3 раза в день, хотя я кушаю только раз в день, мне даже кушать не хочется, только хочется пить водичку. Сейчас подошла еще на одну достопримечательность Дубая. Это также здесь и написано I love Dubai. Мне очень нравится Дубай, или я его люблю. Также вот они еще сделали что-то интересное. Стеклянное зеркальное сердечко. Не правда ли? Мне очень это все нравится. Да, я наслаждаюсь. Я люблю свой Гринвилл, я люблю свой Саут Каролайну. Не подумайте ничего как бы необыкновенного, но я просто полюбила также и путешествовать чуть-чуть, чтобы показать и вам, и рассказать также вам о самых прекрасных местах, где бы вы смогли попутешествовать, где бы вы смогли приобрести недвижимость. А сейчас я буду направляться вот в этот специальный ресторан, который называется Урла. Там, как говорят, сифуд, морская еда, я не любитель, но что-то закажем. Главное, что у меня будет самый шикарный вид именно на вот эту пушка, лифт. Мне уже даже стыдно говорить, я не могу запомнить. Пусть будет башня. Какая красивая вода здесь. И хочу вам показать вот эти еще рестораны. Смотрите, как здесь все чудесно придумано. И всем есть место пройтись, нету трафика. А также есть место и кустам, и разным декорациям. Это называется 99 Sushi Bar. So cute. Смотрите, вот там пить хочется. Извините, с бутылкой хожу. 99 называется. Уже 100 не хотели сделать, назвали 99. Нет, серьезно, шикарно, да? Люди, которые успели купить себе здесь какие-то высотки, молодцы, конечно. Но здесь есть очень хорошие спальные районы, которые я бы рекомендовала вам присмотреться и прикупиться здесь. Я не могу дождаться до вот этого прекрасного шоу, которое также скоро будет начинаться, «Ночной Дубай». Еще я вам его здесь покажу. А также, пожалуйста, оставайтесь здесь на моем канале, досмотрите это видео до конца, потому что вы увидите некоторые отрывки из мола, самого шикарного мола в мире, самого крутого. Все бренды, наверное, которые есть вообще-то, они здесь и пока лидируют. Сейчас поднимаюсь на второй этаж, и там, наверное, мы с вами вместе будем смотреть на прекрасный вид вот этой башни еще раз. Зашла именно в этот ресторан спросить их, как подняться на второй, потому что я не знаю. Как бы я не ходила туда, но вот сейчас мы можем подняться. Они сказали, надо идти по этой дорожке. Вот туда где-то, в эти царские хоромы. Просто посмотрите на эти шикарные растения.
А дорога меня это сногсшибательная здесь. Вот первый раз увидела какую-то грязь, где-то водичка потекла. А так все чистенько, все очень красиво. Посмотрите, сейчас зайдем именно в эту часть городочка. Даже площадка для деток есть. Отошел пару, скажем так, пару метров, и есть площадочка. Смотрите, какие у людей красивые квартиры. Смотрите, какая чудесная дорога. Камни, вот эти цветочки. Здесь все прижилось. А эти лампы на улице, какие они уникальные, какие они красивые. Далековато нужно заходить в этот ресторанчик, но ничего. Смотрите, какая здесь уникальная мебель. И цвета подобраны, и узоры. Ну, мне кажется, что теперь я точно в Америку попала. Извините, я удивляюсь, как маленький ребенок, потому что такой красы. Нажаль, я не увижу. Вот это шикарно. Вау, я это видео сохраню у себя навсегда. Вы знаете, что классно именно здесь делать? То, что ты можешь это видео пересматривать и смотреть, что ты смог бы сделать потом себе. Вау, вот это кафе. Также красиво. А вот это, смотрите на это все. Какие шикарные наряды здесь. И сейчас я в поисках этого, как мне посоветовали, крутого ресторана, которого я не могу найти. Все-таки еще ищу ресторанчик. Представляете, как круто жить в таких квартирах. Вот это твоя лабби, ты можешь здесь посидеть, постоять, пообщаться. Это шикарно. Мне кажется, что я уже почти нашла этот ресторан. О, вот эта стена, еще много чего другого. Приеду сюда еще пару раз. Классные такие, как вам сказать, двери кружатся, и ты выходишь и видишь всю эту красу, которая еще есть здесь. Если ты купил здесь квартиру, вот это все, наверное, ты можешь использовать. Музыка красиво играет. Даже птицы летают в Дубае, представляете? Не знаю, где я нахожусь, но никак не могу найти этот ресторан. Как сюда зайти? А здесь пусто, только один алкоголь. Ребята, что вы думаете о Дубае? Здесь на самом деле все самое шикарное. А я продолжаю искать этот интересный, но вкусный, наверное, и очень дорогой ресторан. Потому что не могу найти. Говорили, кстати, пул надо пройти. Идем через пул. Сейчас мы. Вот бы сейчас водичку холодную прыгнуть. Вау. Нет, какая-то другая дорога должна была быть к этому ресторану, понимаете? Ну ладно, я прошла уже все пути. Какой здесь крутой бассейн. Прям массаж, а не бассейн. Не знаю, я вроде в ресторан собралась, а хожу по пулам. Мне уже самой смешно. Ну, шикарно. Посмотрите на эти высотки. Вы только посмотрите. Очень красиво. Я осторожно, чтобы не упасть, а то еще разобью телефончик. Прохожусь здесь. Вот это круто. Прям с этой высоткой быть. Извините меня, в этом пуле. Нужно задуматься в следующий раз. Finally, я нашла этот самый шикарный ресторан, который мне порекомендовала одна из крутых риэлторшев здесь, именно в Дубае. Так что спасибо тебе, дорогая Анастасия. Посмотрите, какие цвета. И это все через камеру, без фильтров.
Вы понимаете, это все через камеру без фильтров. Какой же этот камень красивый и уникален. Если вы здесь, посетите, потому что я сейчас как бы вроде никого не пропускала, но люди заходят передо мной, а я должна отлучиться на секундочку. Очень здесь красиво и, конечно, стоило того, чтобы сюда вот так далеко шагать с этим видом. Посмотрите, пожалуйста, на этот красивый пол. Как здесь прекрасно, ребята, как здесь чудесно. Сейчас 6 вечера, все еще только приходят. Наверное, все люди любят кушать именно в темноте. Так что, как мне найти straight down, я не знаю. Сейчас ищу туалет. Ну ладно. Смотрите, все очень красивое. У меня нет времени, чтобы так прямо остановиться, все вам показать, разглядеть. Смотрите, какое чудесное дерево. Это круто, посмотрите. Круто. Краса. Вы готовы увидеть теперь ночной Дубай? Потому что я в восторге. Я в восторге. Они говорят, спустись, пожалуйста, Таня, вниз. Я хочу руки помыть. Как здесь красиво. Дубай деталь. Каждая ступенька. Называется, сейчас я помою руки, но опять буду держать перила. Как-то нечестно. Здесь они сделали чуть-чуть неправильно. Вау, вот это туалеты. Вы представляете, какие крутые? Такие корни я точно еще не видела. Так что я здесь остановлюсь чуть-чуть. Смотрите, как здесь красиво. А вот это люди купаются в бассейне. Пожалуйста, на эти прекрасные фонтаны, которые сейчас только начали играть. Начали танцевать. Вы видите, сколько здесь народа? Как здесь празднично. Каждый день происходит вот эта краса. Я в сказке нахожусь. Я подарила себе сказку. Это чудесно. Только посмотрите, как все красиво загорается. Мне так интересно, сколько национальностей, народов, религий, понятий, и все дружные, никто не ворует, пьяных не видала. Ну, то, что курят, да, здесь конкретно все курят. Ну, как бы это во всем мире, наверное, распространено, я просто одна не из курящих, наверное. Смотрите, как красиво танцует все. Вау! Камера даже не может захватить все. Капец, как классно! Вау, Боже, спасибо тебе за еще один год в этой жизни. Я так счастлива. Да, на год старше, но я очень счастлива. Думаю так, прожила год, спасибо Богу за это просто чудесно.
интересно. Здесь и уютно, и вроде и busy, но уютно. Как вам это представление? Вау, это вообще супер, супер, супер. Красота, красота. Вау. I love it. I love every minute in Dubai. Believe me or not, I love it. This is so nice. Только русского языка, так приятно слышать вокруг. Молодцы, наши всегда еще самые хорошие точки мира. Я вроде одна из их. Классный ресторанчик. Мое день рождения прошло супер. Ночной Дубай сейчас. Покажу вам еще. Смотрите, как здесь красиво. Только что закончились играть, танцевать фонтаны. Приближаюсь я к молу и зайду еще чуть в мол. Здесь время было зайти, а вот приеду, опять не будет времени по нашему скромному молу ходить. Ай, да, сейчас очень хорошая погода, вот в 5 часов я просто была вся мокрая. Я еще платье вот одела, как вы видели, и поэтому вот так получилось, но... Ой, как здесь красивенько. Наслаждаюсь последними пару часами здесь, в Дубае. Завтра в это время уже буду лететь к нам обратно в Южную Каролину. Даже не могу поверить.
Не могу поверить, что я и здесь была, и уже обратно возвращаюсь. 10 дней, оставила своих деток на 10 дней. Надеюсь, они мне простят. Потому что я все стараюсь для их. Вот приехала сюда, чтобы узнать некоторые детали. И вот так. Хочу очень сильно привести всех своих 6 детей. Вот именно в эту точку. Вот здесь бы мы загуляли с ними. Здесь очень классно. Очень классно. У меня столько эмоций, таких позитивных, хороших. А вот здесь и мол. Что, покажем вам мол? Давайте зайдем. Толпа. Все хотят мол. У всех есть деньги. У всех есть деньги в Дубае. Не понимаю, как это так. Здесь у всех есть деньги. Так мы заходим в мол. Смотрите на это большое, прибольшое колесо. Ой, уже я привыкла к халатам, вот шлепки эти. Но мол здесь очень крутой, серьезно, я не знаю. Так каждый день ходить по молу, это тоже достает уже. Смотрите. Подъемы, спуски. 4 этажа, да? Смотрите. Первый, второй, третий, четвертый. Здесь сколько разных магазинов. Я, честно вам скажу, зашла, может быть, 5. А здесь их пару тысяч. Ну, здесь, конечно, мода крутая у каждого. Что-то другое. Мне очень нравится. Конечно, мода, но это все стоит деньги. И также, ну, как бы... Нету времени или одеть это все красиво и куда-то, так что вот. Все, что я была одета в этих видео, это все еще с прошлого. С прошлого века, как говорится. Сейчас мы заходим чуть там посветлее. Вот с теми вами знакомая Sephora. У нас здесь есть. Да, сколько разных людей, ребята. Сколько разного народа. О, ваша любимая Gucci. О, Sis Candies. Я заходила, кстати. Захотелось мне конфеток. Я зашла. Not today. Lego. В прошлый раз купила деткам оттуда одну конструкцию. Здесь есть разные аквариумы красивые. Наверное, пойдем в эту сторону. Смотрите, какой я хочу зайти в магазин. Хочу купить пару подарочков. И здесь они как раз в самом шикарном виде. Смотрите. Здесь очень есть красивые подарки. Вау. Моя болезнь, эти кружечки, да? Это круто, это круто. И вон там вышки разные. Я уже купила их в прошлый раз, но это очень красиво. Смотрите, как сколько разной красы. Даже нужно еще иметь время, чтобы это все выбрать. А я оставила все на потом. Вот дубайский ти-шорт. Мне нужно одну точно взять, потому что я люблю такие. Так, вот это женские, они все такие блестящие, я это не люблю. Смотрите, сколько здесь разных вкусняшек. Здесь очень распространено вот эти вкусняшки. Какие-то шоколадочки, футболочки, игрушечки. Ручки я проверила. Здесь духи мне, не знаю, я в духах не сильно разбираюсь, мне много не надо. Если я люблю одни, я всегда их буду покупать. Смотрите, там красивые вещи продаются. И там вот есть разные красотища.
Дорогие, на этой нотке я закончу это прекрасное видео, которое я начала снимать сегодня 5 часов дня и закончила уже вот 9:30. Мол, я вам чуть показала, серьезно уже, на каблуках болят чуть ноги ходить. Все-таки день рождения, я должна посидеть, отдохнуть и насладиться вот этими пейзажами, которые я уже завтра, на жаль, не увижу. Но хорошо, что оно останется у меня в видео, в ютубе, и также и вы можете смотреть вот эту красу, всеми любимую. Пожалуйста, комментируйте, ставьте лайки, рассказывайте вашим друзьям, знакомым. И будем вместе, как я говорю, поднимать и Южную Каролину, и уже и Дубай поднимем. Еще чуть-чуть выше мы его поднимем, хорошо? Да, спасибо вам и всем пока-пока!